Бахар Набиева – известная фитнес-модель и блогер. Девушка стала популярной благодаря ее необычному внешнему виду. Нестандартная красота девушки привлекает огромное внимание. В Инстаграме за успехами Бахар Набиевой следят более 3 миллионов подписчиков. На ее официальную страницу в Фейсбуке подписано 260 тысяч человек. В социальных сетях девушка выкладывает откровенные фотографии, которые демонстрируют ее спортивную фигуру. Бахар Набиева родилась 8 апреля 1994 года в городе Баку, Азербайджан. Отец девушки – азербайджанец, мать – украинка. Когда Бахар была маленькой, семья переехала в Украину, где девушка проживает и сегодня. В школе у Бахар не складывались отношения с одноклассниками. Над ней смеялись из-за излишней худобы, что и стало причиной того, что Бахар стала активно заниматься спортом. Девушка впервые пошла в зал, когда училась в 11 классе. Первая тренировка была неудачной. Уже в начале занятия Бахар почувствовала себя плохо и ушла домой. Но это не помешало ей продолжить заниматься и добиться больших успехов. После школы девушка училась в университете имени Альфреда Нобеля на экономиста. На момент поступления она уже могла похвастаться большими успехами в спорте. У нее была красивая рельефная фигура с плоским животом, тонкой талией и округлыми ягодицами. В зале Бахар всегда тренировалась самостоятельно, без инструктора. Она занимается ежедневно, постепенно увеличивая количество подходов на каждом тренажере. Основное внимание уделяет ногам и ягодицам. По словам девушки, она испытывает невероятное удовольствие, когда видит, что ее мышцы растут и тело становится рельефным. Во время учебы в университете Бахар начала участвовать в соревнованиях. Она несколько раз занимала призовые места. С изменением фигуры девушки росло и внимание к ней. У нее появились как поклонники, так и недоброжелатели. Иногда Бахар подвергается насмешкам из-за ее слишком мужественной и непропорциональной фигуры, но девушку не беспокоит мнение окружающих. По ее словам, главное, что она довольна результатом. Сейчас вес спортсменки 63 килограмма при росте 168 сантиметров. Ее мышцы – это не только внешний вид, она еще и очень сильная. Силовые показатели Бахар Набиевой. Жим лежа – 80 килограмм. Становая тяга – 105 килограмм. Приседания – 115 килограмм. Строгой диеты спортсменка не придерживается, поскольку занимается для себя. Спортивное питание не употребляет, так как не видит в нем смысла. В социальных сетях девушки можно найти видеозаписи тренировок. Они могут быть полезны многим начинающим спортсменам. Например, Бахар использует особую технику выполнения жима ногами. Она делает упражнения, оторвав голову и плечи от сиденья, что помогает избежать травм при работе с большими весами. У Бахар Набиевой обширная армия поклонников, которые следят за успехами спортсменки в соцсетях. Есть у девушки с нестандартной внешностью и хейтеры, но ей нет до них дела. Она просто получает огромное удовольствие от совершенствования своего тела.